Приветствую вас, уважаемые зрители. Сегодня получил очередной заказ с онлайн-гипермаркета 21 век. И получил такой вот кулер, фирма AeroCooler Mirage 5 с RGB подсветкой. Сейчас распакуем и посмотрим, что в коробке. Если вас интересуют технические характеристики данного кулера, вы их можете посмотреть на сайте интернет-магазина 21 век. Здесь мы видим инструкцию, под какие сокеты подходит данный кулер и как его правильно устанавливать. Краткая инструкция, с которой необходимо ознакомиться. В коробке мы видим хорошо упакованный кулер, завернут в пакет. И смотрите, какая у нас башня. Здесь мы видим защитную пленку, которую необходимо будет снять при установке. Очень грамотно сделан радиатор охлаждения, медные трубки. И такой интересный стоит вентилятор. Не знаю, видно вам, не видно, но такой в виде турбины. И здесь зеркальная поверхность. А в этой коробочке приспособление для установки их на материнские платы под разные сокеты. Такие вот планки, провода для подключения и вот такие вот планочки с болтами. Ну а вот, собственно говоря, и сам кулер в работе. Работает отлично, подсветка очень красивая. Приятная зеркальная поверхность. На этом видео буду заканчивать. До новых встреч!